хотів на Юрі щось нове. І нам в якийсь момент захотілося новизни, чогось нового. І ми вирішили, що якщо Юрі Шатунов дуже любив цей вид спорту, хокей, то чому б не зробити якесь спільне мероприятие і спортивне, і концертне. Сьогодні у нас грають воспитанники спортивної школи Євгенія Шастіна. Ми їх условно поділимо на дві команди: «Білі рози», «Сідає ночь». Вибрали іменно ці названия, поскольку іменно ці хіти Юрія Шатунова були і остаються дуже популярними, народ їх слухає, танцює, любить. Пришла посмотреть на игру старшего сына, он у меня сегодня играет, и будем болеть за него. Естественно, хотелось посмотреть на праздник, немножко развеяться. Только самые радостные, самые светлые, яркие воспоминания, связанные с Юрой и с его песнями. Это детство, это наша молодость, естественно, отзывается, естественно, ностальгия какая-то присутствует в любом случае. Хороший матч, мне кажется, показали хороший хоккей, потому что, ну, как бы ничья, забили друг другу равно, еще когда оставались последние минуты, сравняли счет, но, мне кажется, болельщики, которые пришли, были довольны.